Нам нужно за ночь успеть в ночной рынок еще сходить и подземелье пройти. Артём, справишься с отхилом, как думаешь? Я вообще пока не видел, чтобы он хилил. Плюс 15 ну, один раз. Потому что у нас одна хилка, да. Но на двоих он занял, да? На всех. А, нихуя. На себя в том числе. Не, ну это сильно. А ну, в конце первого мы можем поставить этот да. лагерь и полностью отхилиться. Да, конечно, справимся. Главное, не как мы тогда поставить два лагеря. Угу. Потому что и я тогда нажал, и ты тогда нажал. Че делаем? В пещеру идем. Мне зайти или здесь просто стоять? Пропускай хил. Нет, дай пропускай, да. Арсюха зайдет. Ну, в смысле, мне, да, засчитает, когда вы встанете туда. Затащит к вам. Ты одел сапоги? Нет, кстати, бля. Ну, нажми на инвентарь, одень. Сейчас можно одеть? Так, экипировать. О, ебать, пимповые зеленые, резиновые. У меня такие в детстве были. Давай, Арсений. Блядь. Чисто корень нашли в пещере. Блядь, железка. Ой. Железка. Я такого железка уже видел, ешь. Страшный, да. Бабу колдунью. Я ебаш. Блять, как же она орёт. Она тебя еще не прокляла. У меня иммун. У тебя, да? К воде, к проклятию, к яду. Я вообще готовый тут ко всему. Сука, не загорелся. Кровотек, шок, сломление. Да, бабу надо резать. Она еще и воняет, блин. Справедливость. Справедливо. Справедливо. Так, ну чё, я желе, наверное, фокушу? Угу. Не, или не фокушу, блядь, два урона. А мне похуй. Гы. Да за шо? Саня! Ты сейчас от яда не отъедешь? Вот едет. Блять, нам надо спасать его как-то. Можем что-то придумать? Да не особо. Съебаться ты не можешь с этого боя, да? Че мне, добить эту суку? Да. Ладно, я добью, и Арсюха походит. Нет. Осталось только добить. Добил. Так ты ходишь, не сейчас? Да. Арсений, накури меня. Хиль давай, да? Я просто нажимаю ее использовать, и она всех хилит, да? Ну там у тебя, короче, перк такой, там типа хил-пати. Хилпати. А, средняя группа. 11 только, а не 15, но тоже охуенно. Ну там меньше трубка. От общего пола, да. Если у него еще пол, трубка была жестче, он бы по 30 хилил. Понял. Там 23, 20. Короче, трубка влияет на травы, да? Улучшает, да, 10 трав. Угу. А трубку покупать на рынке где-нибудь, да, можно? Ну, в данном случае травы, это трубница. Трубница, она дешевле просто делает. Ай. Но я черта отъехал все равно. Реснуть меня лучше. Иначе опыт проебал. Как тебя реснуть? Через что вы реснете? Это камень спасительный нужен, да? Нет, там есть оживление, кнопочка. Оживить игрока, и все. На это ресов никаких не надо, просто ты нажимаешь и все, да? Жизнь. Нет, носочки уходят, да. А. О, это мое. Божбородка. Шапель. О, это мое. С две брони. Шапель, давай мне шапель. Сюда, бля. Сейчас, с анимацией баню пойду. Чё сделать? Траву мне передать. Да, у меня только трава отшельника есть. Да всё, что... А, о, хорошо. Увеличивает на 25 уклонение, не думаю, что тебе это нужно. У меня больше ничего нет. Короче, я готова, жму. Ебать, я пимповый. Я жму или не жму? Да, да. О, моя. О, ебать, Валентайн поехал. Крысы. Прям тебе кортиком резанул. Не надо! Ну, мы, кстати, в этом бою можем вполне себе левелапнуться. Да. Лил Сьюзи, призрак. Кого хуярить из них? Противный будет.
похуй. А мне похуй на тебя. Да. Так, 13 урона, надо призрака срубать. Бать тебе шапка, пимповый нор. И я о том же. Вернись, сука! Пидорас! Убивай право, как можно быстрее. А то он съебется. И мы никогда его не найдем. 21 золота, сука! Хуять! Я повезло, что у тебя не сапоги спиздил. Я бы его нахуй босиком бы догнал, отпиздил. Все, мы вернули, да? Угу. Черем не был забрал. Он не уйдет, нахуй. Он может уйти, кстати. Не уйдет он никуда. Давай, справедливость. А, блядь. Сейчас он убегает такой, все, говорит, пока, парни. Блядь, пидорас! 21 монет. А, ну. Это то, что приобретенное, да. Ага, по итогу у меня было стало 17, 8 арсюха обратно забрал. Жму, идем. Угу. Бля, сколько тут файтов, нахуй? О, ништяки. Так, я пью, да? Ну, да. Нормально. Да. Арсюх подавился. Угу. О, гробница. Или что это? А, сундук. Сундук. Мимик на нахуй. Минус рука, да. Книга преданий. Редкий манускрипт, в котором описана легендарная история Фарула. Открывает секреты. Две штуки. Собрать. О. Ого. Ну это, наверное, не мне, да? Да, отмычки. Он как бы обыкновенный, его может каждый одеть на самом деле. Отмычки я возьму. Ну, у меня армора один. Лучше для Арсюхи. Арсюхи лучше у Арсюхи, да, у него ноль. И уклонение у него хуёвое. Я хотя бы, ну, доджить могу. Я, может, на вопросик пойду сгоняю? Да, иди. А вы на рынок ночной на этот пойдете. Хитрый чародей. Перед вами внезапно появляется неопрятный мужчина с диким взглядом. Сыграй со мной, путешественник. У него полностью отсутствует сочувствие. Ему можно только втягивать людей в свои извращенные игры. Ну, нормально. Проклятие на тебя, в принципе, не действует. Ты либо получишь опыт, либо у тебя отниму 4 опыта. Похуй. Да я, мне повезет. Да сука! Хуило, блядь, вернись! Вернись, сука! Я отыграюсь, вернись! Вот, вот мои штаны возьми! Хорош! Ботинки резиновые! А что на рынке продается на этом? Все узнаем. В смысле. А, нет, там уникальные. Нихуя 10 книг за это. Нормально. Тихая поляна на мозги. Я пошел туда. Полетел. Бля, я до рынка не дойду, обида ебаная. Может, прокнет мне хороший день? О! Надо же, катакомбы! Мини-подземелья являются небольшими, но их обязательно нужно зачистить. Ну, иди дальше. Третий уровень, ну нахуй. Блять, и не дошел. Нормально. А когда ночь кончится? Она сейчас закончится, да? Да. Сука. После хода Арсюхи, по идее, должна. Да расскажи хоть, что там есть, может, там что-то на меня есть? Нет. Сломанная флейта, насмешка над врагом. Амулет-душ. Амулет-душ неплохой. Что дает? 4 урона от атаки, 10% шанс крита и 5 здоровья. О, я хочу, дай. Но он 68 стоит. Так если мы все бы скинулись, нам бы 19. Нам бы не хватило одного золота. Хм. Да, смысла нет. Это вот того золота, которое у нас пиздили в катакомбах. Арсений, тут, короче, книга, привязанная на палку на 10 урона, самодельный посох называется. Ша, пацаны. Фальшивая борода, либо ручная пушка.
Батя на ящерице больше правда кайф. Ты купил борду? А, ручная пушка. Саня с ручной пушкой. Успел прочитать. Прилив энергии. Смотри на волка там. Не, пизду. О, костяной бард. На волка посмотри сразу, Арсений. Нихуя у тебя там, слышь. Это чего он нам добавнул? А, фокус. Минус фокус. Соснул. А у нас его и так не было, чё ты, блядь. Покажи давай. Чисто так, охота. Взрывной выстрел. Поджигающий выстрел. Давай взрывной. Я улетел, блядь. Карине ученого. Че ты въебываешься? Он типа ходит и находит их, типа, да? Так это работает? Да, да, просто. Это жесткий. Развалины арены. Вы наткнулись на развалины древней арены. Она видела много побед и поражений. Вам не по себе от мысли о всей пролитой перед ревущей толпой крови. Сейчас здесь царит тишина. Можешь один фокус туда закинуть? У меня нету фокуса, поэтому... Поэтому я нашел там костяного солдата. От которого ты сейчас съебываешься. Да, быстро. Я вижу, да, я уже посмотрел на все. Брат, все, спокойно. Я ухожу. Это, блядь, мне не прокнул один глазик, и меня вот этот хотел выебать сейчас? Да? Жестокая игра. Оу. Oh. Look at that face, dude. Это путь героя и путь дурака. Призрачный рис. Чёрная конфета. О, дай чёрную конфету. Не дам. Почему? Потому что я тоже физушник. Дай конфетку. Жадина, жадничай. А магическую я Арсюхе отдам. Не, это без вопросов. А кстати, тут развалины арены, я могу ещё раз попробовать, типа, проверку пройти или чё? Они вроде над ними галка горит? Нет, там проверить себя еще раз. Ну попробуй, главное, чтобы там скелет, да, сразу не попался. Так я сразу убегу от него. Там вероятность убежать. Хаос растет. Короче, я еще раз нажал, давай. Поищу еще раз. Блять, опять скелет сейчас вылезет, да? Ой, да иди нахуй, все, ладно, все, я понял тебя. Не съебался. Он промажет сейчас, смотри. А, нет. На 6. Произошло, что оглушение, да, не прокнуло. А он еще оглушить ей мог? Он тебя оглушающим сейчас пытался ударить. Ну это мне повезло, да. Довольный, сука. Здесь мувсет зависит от пушки. А, то есть мы тоже такую палицу можем найти, оглушай, да? Да. Она по нежити бьет хорошо. Где купить? В город прийти? Да. Побежал нахуй. Да, блять, откуда ты вылез? Черт. Ха. А я мимо прокро... Блять. Нихуя не охуевший. Да, на помощь! В могилу, блять. Ну, давай. А если траву использовать? А, на минус нет, хуйня. Беги! Садим. Засада. Сука. Хуевший, блядь. О, нормально. Мимо прошел. Ну я прокрасться вообще пытался. Парень, заберите меня отсюда. О, ты еще даже не дойдешь, лох. Да ебаный стос! Отступи лучше. Ай, лучше отступи. Нет, я прокрадусь, нахуй. Сосешь, нахуй. Арсений, передавай ему, чтобы он сразу сожрал. Ну хоть час прокнуло. Это они в траве тогда хуя засад делали, да? То есть то, что тот биом, типа? Вообще не так. А лагерь в пещере можно ставить? Да, в конце этажа. Знаешь, что, да?
Не, ну раз она, блядь, как бы... Надо было щит со скелета тебе снять, у тебя самый низкий урон. Надо было сказать мне об этом. Ну ты же сразу выстрелил, блядь. Сейчас Арсюха уешка снимет, не? А, нет, не можешь. У него же уже лют нет, не, да? Уе. Ууу, не-не-не-не-не, у меня снять заклинание, с кого мне снять? Ну посередине, я по нему стрелять буду. Трум-трум-трум. Бах, нахуй. Ты вообще по ней зря выстрелил, 15 урона. Да я понял уже. Я скелета добиваю. Да. Или не добиваю. А нет, хватило как раз. Да иди ты нахуй. Да ну-ка. Пшик. Блять. А чё ты пытался сделать? Похилить себя. А нас на нем не можешь этой штукой хилить? Нет. Жаль. Чё-то на вас не, ну, наводил, не А может она АУЕ вообще на старых хилит? Бля, нам сейчас пиздится здесь и гореть вот это несколько ходов. Да. Пиздец сучара. Надо было его фокусить. Да сука! Ты просто медведь на ухо наступил. Сейчас папа покажет, как нужно стрелять. Вот так нужно стрелять. Я сейчас понял, это что пизду? Да. Шапка шамана. 5 уклонения плюс 1 соп... Нихуя себе! Ебать, я сейчас буду шаман. Цыганка, блядь. Цыган, да. Готовы, идем? Ну, теперь идем. Еще один скелет. О, это какой-то костер. Ну, кастер, да. Трикстер. Гоблина. Сбивай. Ты уверен? Ну, либо костеноус Трикстера, да. Либо гоблин, ну, просто либо... у гоблина 4 защиты, а у Трикстера магическая, а мне на нее, ну... похуй. У него 4 резиста будет, у меня 15 урона, понимаешь, с плюшом по всем. Понял, пробую тогда пробить. О, есть! Ну все, это он отъезжает. Ну, Арсюха по Трикстеру, и я стреляю. И промажу сейчас. А нет, смотри, сука, попал. Кстати, пшик это твой, по-моему, Арсюх. Да, подожди, у меня... По нему, да. Ну все, до свидания. Френд, блядь. До свидания, да. Вошли в подземелье. Не, у нас прямо такая же хуйня у меня, только для бедных. Ну, отмычки, я поехал. А открыть просто не пробовал? Там пропустить или отмычки было? Ну ладно. Два отравления, короче. Бля, зря я все деньги себе, надо поделить сейчас деньги. 20 удачи. Навык элитное прокрадывание. У меня уже есть такой навык. У меня он встроенный. А все, у тебя кольцо есть? А это в кольцо и разве? Да. О, я вот это хочу. Сюда. Давайте, стоп, я сейчас передам деньги, ну, поровну поделим. Потому что если сейчас у нас будут пиздить деньги, то... Сейчас. Спиздит у меня кольцо много. Кольцо? У меня кольца нет. Ну вот. Давайте мне кольцо. Че, я передаю вам по 10 монет, не? Передавай. 49, 34, 33. Ну нормально, короче, все. Ну, вот она, крыса ебаная. Смотри, блять, вор. Вот, обрати внимание, видишь, бес, да? Избегает любой неидеальной атаки. То есть, если у тебя троечка не выпадет, ты... Не попадет. Да. Экипировать либо оружие. Либо костяного Трикстера, да. Не, я хочу карманнику ебануть, чтобы он нас еще и не пиздил. Нет, Тристик. Трикстера лучше, поздно. Блядь. У нас чем Арсюха бьет? Надо убить суку, она спиздила наши деньги. Не?
чем Арсюха бьет? Мне похуй, чем он там бьет. Магией. Он гитару, он вообще не бьет, он играет. Резист у костяного трикстера к чему? К магии. Ты и чем шо? Бьешь физой? И шо? Я сейчас выстрелю, и трикстеры останутся хп. Фишка в этом. А сейчас бы умерли трое. Ну сейчас смотри, смотри сюда, смотри. Оп. Ульта выебаешься. О, мешочек дали еще один. Ты везде вообще ищешь? Где я это, блядь, нахожу? Я всегда с собой беру видеокамеру. О, так, это сила нужна. Пропуск, да? Да. Выбиваю, нахуй. Нормально ты выебал, да. Ну, следующий этаж. Так, отдыхать смысла не имеет. Ну, только ты, да, нафиг не надо. Маг, мага, бей, бей мага с проекта. Я смотрю, смотрю, да. Ой. Ба, я хочу лук, как у него. Что, истерять группу? Я думаю, да. Вот я не знаю, что сейчас делать на самом деле. Это не скоро ходит. Ну да, лишний раз лучше перестраховаться, в принципе. Центрального. Чем я так отодвинул, интересно? По-моему, это похороночки у них сейчас. Выживет левый. Ну да, у него два армора. Ну как сказать, выживет, он уже уехал. О, это, кстати, это было тебе. Да, давайте я одену, сейчас могу брать, дать кожаную за эту хуйню. Ой-ой. Ну... Да. Я левого хуярю. Тихо какой-то. А че он, че он пытался сделать? А, ну кстати, водой возможно бьет, да? У меня иммун к ней. Ай. Просто медиатор выронил. Бля, все плохо. Зашли, пацаны, да. Ко мне еще какой-то влажность. Ой-ой. Ну я ему еще въебываю. А знаешь, что делает влажность? Нет. Временно снимает все иммунитеты с цели. А. Ну а у меня, кстати, иммунитет к этой хуйне. По идее, он не может ее на меня ложить, нет? Она же водяная. Кто знает. У меня больше хилок нет. Ой. 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 А убежать мы тоже не можем, да, из подземелья? Подземелья нет. Так. Перезарядиться? Или достать топор? А она еще и перезаряжается, бля. Подожди. Ну она три раза стреляет, да, у нее три дула. Ну, но да. Я этого молодого, скорее всего, убиваю нахуй. Все. В этот не звук, как у пришельца из XCOM. Ау. Oh.
Ну все, им пиздец. Просто глаза в разные стороны. Да, блять. Хорош. Ты на верочку решил? Как тебя поднять? Объясните, как его поднять. Ты там все напишешь. Оживить игрока. А потратить жизнь это что? Жизнь потратишь. Нихуя не понял, но ладно. Но скорее всего жизни ограничено. А где оно написано? На карте. А, понял. Только на мастере их 0 с самого начала дается, а у нас с самого начала 3 дается. И мы уже 2 ебали, да? Битом какой-то внутри. А. Вот и группы и построились. А у тебя мало этого? Ну, нормально. Пей. Лучше, чем нихуя. Лучше, чем подавиться. А что я могу еще сожрать? Так. Давай скорость боя, блин, ебану. Не-не-не, в бою нужно это делать. Ты можешь в один ход и сожрать, типа. Ой. Дай мне. Пропуск. Изя. Ты такая анимация, как, не знаю, головой пытаешься ударить или что это, блядь. Типа с пушкой. О, во. Это, блядь, кукусклан фиолетовый. Никто не узнает, что с вами здесь произошло. Вам пиздец. Жрица хаоса 4 уровень. Тварь ебаная, блядь. Хуя, и что с ней делать? Ебаш по ней. Угу. У нее 61 хп, нам пизда. Нет. Он чтоб меня пизданули сейчас. Хорошо, а как получишь-то? Ладно, может быть, мы и выиграем. Пивка для рывка. Либо не фокус на всякий случай. Ну я щен хуй. Бам. Не надо! А. А, минзармор! Нет! Ноль. У тебя ноль. Да у меня и так его было, хуй да нихуя. Могу скелета попробовать дать, могу ее хуярить. Ну. Все, ну ладно. Вторую нахуй. Блять, оглушение. Уклонение, ты хотел сказать. И что я восстановил? Непонятно. Охуенно. Пусть это. Так. Бля, имеет смысл пушку заряжать. Ну да. Я могу потратить... Я могу топор переключиться. Окей. У меня и там урон один тот же. Как думаешь, Арсёк? Ну ты не скоро ходишь. Я могу потратить фокус и ебануть скелета, по идее, левого. Или даже на правого хватит. Если меткий выстрел. 8 урона. Нет, не хватит. Могу правого ваншотнуть через фокус. Ваншотни. Все три влить или два? Ну лучше ваншотнуть, чтобы он дамаг не нанес. Короче, я... А, я действие поменял, ладно. Поехали, он умер.
Десятка там, кстати, я и того мог, значит. Ха, читается. Прохнуло. Ебаный рот. О май гад. Бля, ну так-то ты его резаешь, Арсюху. Да без базара. Я, кстати, убил скелета, он на экспу не получил, да? Угу. Хотя у нас с Арсюхой разница маленькая в экспе, это вот ты куда-то по экспе вырвался. За счет травы. За счет травы. Вот я не зря просто так со старта, да, про траву говорил? Да. Бля. И что теперь? Давай. Угу. Мы можем как-то его в город оттащить, я не знаю. В лечебницу какую-нибудь там. Или на кладбище, как минимум. Не тут же его оставлять. Книга преданий. Редким. А, ну это мы уже подбирали. Сгоревшая книга. Ну, я отдаю. Ну, мне она не нужна. О, это мое. Ты уверен? Да. Мне тоже нравится, ну ладно. Просто он такой модный. Мы потеряли Саню. Генератор хаоса.